Всем привет еще раз. Я вот тут зависла в косметическом магазине, но он говорит, что это оригинал, просто качак, как бы без фатуры оно приезжает, без документов. Он и когда? 35. Too Faced, марка. Марка? Как называется марка? Too Faced. Too Faced. Too Faced. Urban Decay. А? Naked. Вот я не буду вам читать, чтобы не позоритесь, понимаете? Вот эта марка? Марка Naked. Он и когда? 50 лир. Мазада 220 лир. А в магазине это 250 лир. Я верю, что в магазине столько может стоить, потому что я знаю, как маковская стоит. Вот это тени, расчески. Не знаю, может помаду какую купить, попробовать. Ведь, Юля, купи тени, ты одним тенями пользуешься. Да, девочки, потому что мне нету времени другие попробовать. Мне эти разноцветные, мне как-то больше. Мак, я в шоке. Я просто в шоке. Скажи, Юля, мы с тобой в шоке. Ты стики на базаре. Я не захожу сюда, понимаете? Я не захожу сюда. Я забежала, купила то, что меня попросили. И все. А сама мне так лень себе что-то поискать. Вы представляете, я вот это начала пробовать помады и спрашиваю у него, я не могу, говорю, найти дедушку, который продает вот для маленьких, да, нижнее белье. А он говорит, вот это прямо напротив него я не вижу, представляете? Я говорю, да, это спасибо. Такие расцветки есть, вот такие, да. Ну, то есть вы уже себе выбираете. 12,50 за штучку, ну там разные по-разному, конечно, что дороже, что дешевле. Ну, очень хорошее качество, вы даже себе не представляете, какое. Сейчас подошли туристы и не захотели брать. Я говорю, что вы не найдете лучшего качества. Вы можете ее за 5 лет, конечно, купить, но это такое будет. Вы постираете, выбросите. А это пару лет носится, вот серьезно. Пару лет. Вот стираешь, и ничего не делается. Такие, например, трусишки по 7,50. Ну, то есть разная цена, но честно. Вот вы придете, вы увидите, какое качество. Я просто от него балдею. У меня все подружки, вот кого я детям посылаю, они говорят, Юля, они больше ничего не хотят одевать. Они просто говорят, что мы оденем Юлина и все. Ну настолько приятное тело. И вот еще такие маленькие, да? А вот это по 10 лир. Ну, хорошее качество. Извините, это я помаду пробовала. Вот, очень хорошее качество. По 10 лир. Меня спрашивали для новонарожденных, ну, прям для совсем маленьких здесь нет. Я посмотрю еще, где может быть. Для взрослых уже как-то не то качество, как будто. А вот еще такая серая маечка. А я только трусишки взяла малому серенькие. Это натуральная ткань, абсолютно. Она не тянется, а это не синтетика. Я выяснила, почему не по 10 лир, потому что вот это растянуто, да. Вот даже здесь оно не растянуто, но оно как-то вплотную, и они очень длинные. Ну, длинные можно подрезать. Ну, чуть-чуть рябит в глазах, как-то, ну, за много вот этих полосочек, знаете, можно было более однотонным сделать. Вы скажете, Юля, 10 лир, ты что, смешна, поди купи. Ну, вы знаете, у нас все здесь 10-15, а оно так добавляется, вот это все, и а ходить я в нем не буду, зачем? Такие смешницы бабушки, знаете, вот это по 1 лире, вот соль, да, но оно им надо, он их же шье. Нет, по 1 лире надо. Красота какая! 1 лира. Видите? Такие ситочка. Что ж я тут здесь такого интересного? Баночки. Вот слышишь, мы девочки, вам надо коробочки и баночки. Он экадар? Он экадар? Экадар буну? Буну? Кач? 2 лиры. А я в магазине спрашивала, там по 5 лир. Я сейчас возьму себе. А то мне иногда надо мазать чем-то. Все-таки 2, это не 5. Вот там сыточка. Мне надо сыто. Мне надо сыто иногда. Пошла, называется. Юля на базар купить продукты. Выйти не может опять. Нет, если бы мне не надо было подружки покупать вот деткам, то я бы не зашла сюда. А это в чайник, знаете, вот турецкие чайники вот такие сыточка ставят. Смотрите, почти час дня. Прошло 1,5 часа. 2. И уже просто невозможно пройти. Так что я иду уже на первый этаж покупать грибы. Вот, и тут-то что-то еще придумали.
O ne kadar? O ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? 5. 5 лир. Слушайте, может купить? Я уже совсем замучилась, честно. Вот это силикон мне вообще не нравится. Оно не вымывается, не знаю, чем его не вымывать. Юля, на работу не вышли, но зато все в дом покупили. И сидим голодные, да? Так, я это куплю. Смотрите, рассказывает мэр города, да, что они будут делать, какие проекты. Какая клубника, как нарисованная. 4 лиры, ярым кило, да? Видите, ярым кило, полкилограмма. Но все равно, боже, как она пахнет. Это все. О, вот эти пошли, зелененькие. Я, конечно, не понимаю. Ну, мне не нравятся они. Так, я иду за грибами. Да, я жарю грибы, очень вкусненько с пассировкой, обожаю. Я вот тогда эти брала, кстати, вкусные. Вот там продавались по 3,50, а здесь по 2. Ну, сейчас я посмотрю, или можно что-то выбрать. Нет, это что-то мелкие сильно. Такие большие, смотрите. Вообще просто. Апельсин хочу. Лук порей, вот, пожалуйста, пыраса, вы запомнили, да? Татлы суан, суан это у нас лук будет. Афьон. Это с Афьона привезена картошка. Там, кстати, очень в Афьоне, если вы будете, очень вкусный хлеб. Все хвалят просто. Обалдеть как. Ой, цветочка сколько много. Смотрите, цветочки. Ой, какие красивые. Да. В Мигросе, да, бедные, они еле живые. А здесь, смотрите, как много. Вау. Ой, тюльпаны просто обалдеть, какие красивые. Ромавки, ромавки. У нас такие грибочки есть, эти по 12, а эти по 10. И шампиньоны тоже по 10. Но я вот в тот раз взяла эти, я не знаю, как они называются. И мне почему-то показалось вкуснее. Всем привет еще раз. Вчера я ходила на базар, но не успела договорить, потому что куча работы была. И я последняя точка пошла за медом. И я подхожу, спрашиваю, цена какая, как тогда? Он говорит, да, как тогда? Я говорю, сколько? Он говорит, 25. Я говорю, а было 20? Было 20? Хорошо, значит 20. И он же уже все запаковал и говорит, вы в тот раз теряли деньги. Я говорю, да, ну, вы подходили, мне отдавали. Вы знаете, что я в конце дня нашел еще 30 лир? Это, говорит, ваше? Я говорю... Есть, да, люди, которые ложат в кошелек деньги, и я не знаю, сколько у них есть. Я не знаю, сколько у меня денег в кошельке есть. У меня или пусто вообще, или 5 лир, или сколько 100 там лир. Понимаете, я не контролирую. Это надо. Ну, я не могу пока привыкнуть. Вот, говорит, вы еще теряли. Я говорю, ну, я и то не помню, или я потеряла, понимаете. Просто он сразу, ну, я ушла, он сразу нашел. Ну, я подумала, что, наверное, я же не, ну, как, специально же не выбрасывала их, да, не раскидываю деньги. Такая, чик-чик-чик-чик-чик. Нет, не раскидываю. И он принес тогда 20 лир, мне приятно очень было, реально, я чуть не расплакалась, потому что меня это удивило. И тут он начинает говорить, 30 лир я нашел. Я говорю, ну, я не знаю, ли это мои. А он говорит, ну, больше, кроме вас, никто не терял. Я говорю... Ну, я не знаю. Говорю, ты понимаешь, я не помню, чтобы я теряла. Говорит, давайте я вам принесу на следующий раз. Или давайте я в мечеть занесу их. Я говорю, о, давай ты в мечеть занесешь. А он на меня смотрит и говорит, нет, давайте я вам вот именно их, которые я нашел, да, они у меня в машине лежат. Я вам принесу на следующий раз, когда вы придете. Я говорю, нет, неси в мечеть. Потому что я не знаю, или это мои. Занеси в мечеть, пусть будет кому-то, это будет лучше. Да. И вот мак я в тот раз купила, да, вот такую помаду за 20 лир. И сегодня я накрасила губы. И я осталась недовольна. Это не она, это моя Rimmel, которой я реально довольна. Она классная. Вот это я накрасила, да, она 24 часа держится. Как бы, я накрасила, меня так начали сохнуть губы, и я понимаю, что в этой, да, ты красишь вот этим, они засыхают, а потом ты вот этим мажешь, да, гель таким, и оно как бы, ну, так хорошо губам, не сушит. Вот это оно просто засушило, а геля-то нет,
Я думаю, что, возможно, второй флакончик, который лежал возле него, это как раз-таки он увлажняет, потому что, чтобы вы понимали, прям не то, что сушит, а прям стягивает губы. Хотя запах вот здесь, я когда начала мазать, вообще вот просто такой запах. Ванильки, конфетки какой-то, ну просто обалдеть. Я сначала даже не поняла, думаю, что это такое. И цвет очень классный, ну он так сушит губы. Я решила, ради бога, ну что я. Я вот этим взяла, намазала сверху, вот этим прозрачненьким. И оно начало стираться, прикинь. Помада начала стираться. Вот стойкая помада, которая должна держаться 24 часа в сутки, да, или 12. Да. То есть это просто, ну, гель. Вот если я этим крашу и наверх этим, оно не, ну, целый день я могу, не, оно не сходит. Чтобы вы понимали, я уже поела, а вот это только помазала, и оно стерлось. Поэтому я думаю, что все-таки на базаре это подделка. Я не буду отвечать, я не проверяла тени. Я еще раз попробую ее, когда буду на записи. Ну, для записи, чисто для записи я могу пойти, понимаете, за 5 лир купить. Я еще раз хочу похвалить Golden Rose. Вы скажете, Юля, это что Golden Rose? Серьезно. Вот она не сушит губы, вообще очень классная. И ложится хорошо, у меня красный цвет ее. Я вот когда записываю видео, я всегда беру шикарно. Мне очень нравится, я такого цвета красного нигде больше не видела. Ну, я могу не все... просмотреть, ну, наверное, еще Mark 5 я посмотрела, такого красного, именно оттенка. Есть темнее, есть светлее, а вот такой прям шикарный. Я в своем видео, что у меня в косметичке рассказывала, за свою косметику, можете, ну, пойти посмотреть, потому что я чувствую, что я сейчас тупо вот так дынь и усну, а отправлять нужно уже сегодня вот эти CV. Я вас целую, люблю. И обнимаю. Всего вам хорошего.